Вдова художника Евгении Малышева Людмила Крещенко проделала большой путь. Она путешествует по городам России с уникальной выставкой. Таким образом, она надеется продлить духовное присутствие мастера в этом мире. В работах автора нет ничего случайного. Материалы вплетаются в одну композицию, словно собраны в мозаику. Это оленьий рог, мех. И создается вот такая милая, чудная работа. Произведения Евгении Малышевой полны философского смысла и символики. Чувствуется бережное отношение к материалу. Каждая аппликация – это целая история. Будучи в деревне, там отдыхая, на сеновале, он в темноте как-то увидел кошку, которые глаза светились, там кринка молока. Вот, пожалуйста, опять же, работа. Художник сохранил традиции коренных народов Севера. Все картины созданы в Норильске, где автор внес огромный вклад в развитие изобразительного искусства. Я тоже занимаюсь художественным творчеством. Вот у меня я по профессии дизайнер. Сейчас вот изучаю художественные технологии. Поэтому мне все это очень близко, очень нравится. Вот, вдохновляет очень такие работы, потому что сделаны, можно сказать, из подручных материалов. Здесь очень прочитываются вот эти северные коды, традиция северных народов в таком каком-то другом, видимо, в европейском осмыслении. Они очень интересные работы, хорошие. Людмила Крещенко назвала выставку «Печаль моя светла» по одноименному заголовку под одной из работ автора. Здесь он изображен с домашним питомцем. Но это скорее мечта. Завести собаку в жизни не удалось. Зато на картине Евгений Малышев со своим верным другом. Юлия Серебрякова, Илья Васенин, столица Нижней.